надо мной. Оттуда шепот идет. Уйди, откуда ты пришел? Твою мать, что это? Всем привет, друзья! Меня зовут Тима Розов. Сегодня я нахожусь в доме, в котором, по рассказам хозяев, жило что-то паранормальное, злое и страшное. Когда они тут жили, им часто снились кошмары. Но самое интересное то, что иногда им снился одновременно один и тот же сон. Этот сон был очень странный. Они стояли всей семьей в кругу и держались за руки, а посередине был козел. Обычный, рогатый, черный козел. Они пели песню, больше похожую на призыв чего-то или кого-то. Этот сон все время заканчивался одинаково. Козел начинал превращаться в монстра и дико ревел. От страха они все просыпались. Просыпались все одновременно. Звучит, конечно, это все фантастически, но на этом история не кончилась. Мужчина каждую ночь начал ставить на запись магнитофон. И однажды ему удалось записать, что происходит этой ночью, когда им всем снится один и тот же сон. После того, как мужчина прослушал эту запись, он был сильно шокирован. Он испугался и сжег кассету. На записи он услышал, что в момент этого сна вся семья пела эту песню. Сонные пели эту песню. Но помимо этого, было мычание козла, а также подсторонние голоса. Страшные голоса, не принадлежащие их на семье. Помимо этого, хозяева рассказывали еще многое о движении предметов, о том, что когда в доме оставался один человек, он никогда не чувствовал себя в одиночестве. Все время было чувство, что в доме находится кто-то еще. Еще был один странный и одновременно страшный момент. Сестры любили перестукиваться, у них была такая игра. Они разговаривали стуками между собой. Честно, даже думать об этом страшно, но в тот день сестры, как обычно, перестукивались. Одна стучала в стену, вторая ей отвечала. Но оказалось, что второй сестры не было дома. И меньшая сестра, получается, общалась стуками с чем-то или с кем-то подсторонним. Конечно, здесь есть одно большое «но». Мне не предоставили никаких доказательств этому. Ни кассеты, ничего более. Но так как дом находится сравнительно недалеко от меня, я решил сюда приехать и провести здесь ночь. Если окажется, что здесь действительно что-то есть, то все эти истории, все, что происходило с этой семьей, у меня вызывает дикий ужас. Итак, друзья, все устройства подключены, оборудование установлено. Сейчас у меня записывается звук дома, чтобы уже на монтаже попробовать вытянуть отсюда феномен электронного голоса, ЭГФ.
Друзья, я не знаю, как это объяснить, но, возможно, это все из-за рассказов соседей, может быть, самовнушение. Но в этом доме реально чувствуется чье-то присутствие. Как будто бы я тут не один. Не знаю, как это объяснить, но какое-то чувство такое есть прям. Я от этого чувства мурашки по коже просто. Но, тем не менее, в доме все спокойно. Постоянные шумы. Видите, здесь постоянно раздаются разные шумы. Возможно, что-то из этого и есть феномен ЭГФ. Возможно, слова какие-то. Сейчас я замолчу полностью. Друзья, сейчас раздался звук ветровика, прибора, измеряющего силу ветра. Он у меня настроен при движении раздавать звук. В этом доме все окна целые, но звук измерителя ветра был, будто бы дунул сильный ветер. Это может означать только одно, что мимо моего измерителя что-то прошло. Если ты тут... Дай мне знак. Если ты тут, дай мне знак. Если ты тут, дай мне знак. Это не может быть знаком. Сейчас просто было повторение того же самого. Я не рассчитываю это как знак. Просто повторился звук. Кто-то снова прошел. Ты тут? И тишина. Пускай фотографии пока с полароида проявятся. Что показывает тепловизор?
На тепловизоре я... Отрицательных участков не вижу. Надо мной. Там есть кто-нибудь? Сверху на чердаке есть кто? Тут есть кто-нибудь? Твою мать. Друзья, еще один явный знак присутствие паранормальной активности. Она явно подает знаки. Активность есть, но она очень слабая. Я постараюсь усилить ее с помощью магнитного импульсного излучателя. Установлю где-нибудь в коридоре. Так, проверено Эми. Да, прибор работает. Излучение пошло.
был удар. С этой стены сейчас. Там есть кто-нибудь? Ты можешь поговорить со мной стуками? Один стук да, два стука нет. Ты готов ответить на мои вопросы? Возможно, ты не понял. Один стук да, два стука нет. Ты можешь ответить на мои вопросы? Ты можешь ответить на мои вопросы? Не понимаю. Почему он? Оно. Отвечает двумя стуками. Отрицательный ответ дает. Это не может быть стуки какие-то дома. Такого не бывает. Это именно стуки. Паранормальные, и в этом я уверен. Это ответ. Итак, друзья, сейчас я попробую поставить радио няни в ту комнату. Может быть... Так, он сможет выйти со мной на контакт. Переключу к этому микрофону наушники. Ты можешь сказать мне что-нибудь по радионяне? Ответить на вопросы? Ты можешь ответить с помощью радионяни на вопросы? Ты можешь ответить на вопросы с помощью радионяни? Какие-то помехи были. Сейчас. Я думаю, нужно проверить, что за помехи это были. Вы слышите? Шепот. Я явно слышу шепот. Не понимаю.
понимаю, откуда. Неужели с этого шкафа? Фонарик даже не моргнул. Там есть кто-нибудь? Зло батарейки закончились. Твою мать, что это? Кто тут? Я, кажется, понял. Оно сильно в темноте. Не боится света. Можно вырубить свечи. Твою мать.
Друзья, это просто сейчас. Не передать словами. Как мне страшно. Такого раньше никогда не было. Уйди, откуда ты пришел? 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 Так, друзья, я и просидел до рассвета, пока не выглянуло солнце. Потом поспешно собрался и уехал домой. Пока я не буду делать выводов, так как собираюсь снова посетить этот дом. Но сейчас все. Всем пока.